сцену человек, который привнес в авторскую песню интонации, ритмы кантри-блюза, фолк-рока, рок-н-ролла. И, в общем-то, это один из моих любимых авторов в нашем виде спорта. Встречайте, Андрей Козловский! На сцену говорит, сейчас выйдет замечательный поэт, но думаю, наконец-то дождался. Все, нет. Не получилось, в общем. Но вот Олег Чумаченко сидит. Олег, на нашем замечательном фестивале впущен, а я по поводу завтрашнего дня над кондитерским отделом увидел как раз замечательную надпись. Конфеты – это то, что вам нужно. Все же просто. Так что, к слову, я действительно отношусь просто. Как ни изворачивайся, времени мало, и что-то не умнеется от медленных книжек. Я поднимаюсь в лифте на родину малу, на самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину малу, на самую высокую под звездами крышу. Скрипят росами барабаня под стенам, меня тянет к свету, как ведро из колодца. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь всем нам придется выходить там, где живым не живется. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь всем нам придется выходить там, где живым не живется. И чтобы там такое дверь ко мне не ломала, огонь, вода или пафосные трубы измени тому, кто едет в лифте на родину малу. Ему уже достаточно того, что он едет, тому, кто едет в лифте на родину малу. Ему уже достаточно того, что он едет. Любой из нас умеет так войти, чтоб не выйти. И раз уж все равно живем, живем, а не выжить. На разных скоростях мы поднимаемся в лифте на самую высокую под звездами крышу. Но времени, времени, времени мало, и больше не умнеется от медленных книжек. Я поднимаюсь в лифте на родину малу, на самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину малу, на самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину малу, на самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину малу, на самую высокую под звездами крышу.